С 22 по 24 мая в Казанском федеральном университете проходит 4-й международный форум по педагогическому образованию, который проводится для ученых, педагогов, практиков, психологов сферы образования, представителей крупных международных научных изданий. Торжественно открыли мероприятие ректор КФУ Ильшат Гафуров, замминистра образования и науки Российской Федерации Татьяна Синюгина и министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. Доля педагогического сегмента в некоторых непедагогических университетах стала уже вполне сопоставимо со специализированными вузами. Например, Казанский федеральный университет входит в число 3 крупнейших центров подготовки учителей в стране, обучая более 5500 студентов по этому направлению по, конечно, приведенному контингенту. Это примерно 16% от общей численности студентов нашего учебного заведения. На площадке Казанского университета собрались лучшие специалисты в области педагогического образования из 93 российских и 65 зарубежных вузов. Форум, несмотря на свой молодой возраст, получил широкую известность в профессиональных кругах. Forum is a very good opportunity for participants from abroad, but also from Russia and the neighborhood countries to discuss issues related to teacher education, the challenges facing internationally teacher education, but also ways of improving it in order to provide pupils and young people quality education in schools and classrooms. Уникальное событие общенационального масштаба, я бы даже сказал, что мирового масштаба в рамках педагогической науки, в рамках взаимодействия между различными школами по подготовке педагогов. Особую важность в данный момент в педагогическом образовании занимает важность роли педагога нового образца, формирование мультикультурной, высокотехнологической и дружественной образовательной среды. Когда мы говорим о необходимости действительно повышения квалификации учителей и постоянная работа с учительским корпусом. Со своей стороны, мы будем очень активно способствовать тому, чтобы действительно уровни педагогического образования, а мы к нему относим и школьный в том числе, когда речь идет о профориентационной работе и профилизации, и с нашей помощью эти грани и барьеры стирались, и эти уровни действительно становились единым целым при получении профессионального педагогического образования. Ключевыми требованиями для создания качественного образования является предоставление педагогу хорошего профессионального, научного и, конечно же, творческого роста. Наша деятельность – это залог того, что мы не просто выполним майский указ президента, а сделаем нашу систему образования лучше, чем она есть, была. Нам бы хотелось, чтобы она была не просто в десятке, а была бы просто лучшей системой образования. Республика Татарстан – один из регионов-лидеров в развитии системы общего образования в России. Это проявляется и в результатах государственной итоговой аттестации, и по результатам заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников, по которым мы стабильно входим в пятерку лучших. Стоит отметить, что на базе Казанского федерального университета функционирует система научных центров Приволжского федерального округа, способствующих выполнению главной задачи, поставленной президентом России – войти в топ-10 стран по высокому уровню качества общего образования. Работа форума продлится до 24 мая. Обсуждение основных тем продолжится в рамках секционных заседаний и круглых столов. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универньюз.